Танцевальная пара Виктория Семенюк и Илья Юхимук находится в хорошей форме. Это видно по разминке. Мастера спорта впервые на Бобруйском льду. 7-тысячной ареной ребят не удивить. В послужном списке участие в чемпионате мира. Сегодня одни исполняют пасодобле – испанский танец. Да, в принципе, все сложно, потому что это относительно наш первый старт, по сути, в начале сезона, и он относительно очень рано происходит, и поэтому как бы наша задача была просто выйти и показать, на что мы способны на данный момент, а уже что сложно и не сложно, будет видно по ходу сезона. В турнире принимают участие порядка 30 спортсменов. География широкая. Беларусь, Украина, Россия, Грузия, Эстония, Кипр. Пары сражаются не только за кубок. Победители и призеры получат возможность представлять страну на международной арене. Очень рада тому, что приехали участники из разных стран. Несмотря на пандемию, на множество сложностей с пересечением границы, которые существуют сейчас во всем мире, мы все-таки очень рады, что фигурное катание продолжает развиваться благодаря усилиям большим белорусскому союзу конькобежцев, Министерства спорта и туризма. В программе два дня. В первые пары соревновались в ритмичных коротких танцах. Сегодня в произвольных. Они более продолжительные. Произвольный танец – раздолье для любых замыслов. Поддержки, вращения, спирали, синхронное движение – настоящее произведение искусства. И пусть разобраться в тонкостях судейства этого вида спорта – занятие для самых усидчивых и внимательных. Но ведь и любят фигурное катание не за цифры, а за красоту и грацию. Это даже и спортом в классическом понимании называют не все. В какой-то степени это искусство. Что касаемо турнира, то он продолжится уже на следующих выходных. 7 августа – одиночное катание, 8-го – парное. Ольга Васенда, Максим Галионко, Бобруйск, 360.